дойду до Киевского вокзала. Вау, сколько людей, очень много. Скажите, а выходы здесь, да? Да. Выход здесь. Вот там. Шумачок плывет, какой красивый. Спасибо. Ого, какая очередь. Сейчас покажу, какая тут очередь сюда. Здравствуйте. Я опрос прошу, не ответите? Нет. Опрос нет. Извините. Моих детей и голосами их детей, взрослыми мне бездомны, таком законцом царе. Горят детей, он обман, когда меня не станет, я буду петь голосами. Ого, очередь огромная. Я молодец, что пришла пораньше. Спросить, вы где встали? Вы где садились? Вот там. В самом начале очереди. Ого, она задорачивает. Это уже хвостовая часть пошла. То есть она идет. Скажи, я тоже хочу, мне не дали. Лиги скорее. Идет. И заворачивает. Одно и то же меню. Ну, неинтересно. Из день, изо дня в день, изо дня в день, одно и то же. Неинтересно. Точно, моя прямая. Ничего себе, она уже в два ряда очередь. В два ряда. Если кто-то хочет покататься, нужно приходить пораньше. Потому что к вечеру будет, люди пойдут с работы, будет, наверное, еще в три раза больше очередь. Что это такое? А.
Ой, а будьте добры. Все уже, да. Ребята, что там раздаем? Какая, ну, схема. Маршрут. Все уже. Все уже? Карта такая есть. А что там не видно? Да? Пакет как-то. Мы не успели. Ну ладно. Смотрите, какой пакет. Можете выйти на Сити. То есть прокатиться несколько остановок, там выйти, на метро выскочить. То есть так персолиция, а там туда дайте деньги? А там-то тоже стоять очередь? Или как, на этом же? Там нет очереди. Я поэтому и говорю, выезжай как на метро. А сколько во время? А что дают? Сколько времени? На метро? Нет, не на метро. На нем 40. А на метро? Да. А какую станцию? Эй! Сейчас, скажите нам только. Просите, пожалуйста, те, кто близко, сколько они стоят. А вы за кем? Интервал трамвайчиков 20 минут. Сажают по 40 человек. Поэтому те люди, которые здесь стоят, они, скорее всего, даже не смогут уехать. Ну или если смогут, то часа, наверное, не раньше, чем через 2-3. А то, хотя нет, больше. Ну, в общем... Приходите пораньше. Чем раньше, тем лучше. Люди просто героические. Такую очередь отстоять, конечно. У меня была маленькая. Очередь не выстояла. Я когда пришла, она была маленькая, но и то я стояла, наверное, час, а то и полтора. Часа полтора, наверное. Ну нет, час. Ну, в общем, все равно долго. Но у меня, когда я пришла, раз в 20, наверное, она была меньше. Поэтому. Он ходит там. На метро. Вот это табло. Мы сейчас до Москвы-Сити дойдем. Оно показывает последние 4. Но от Москвы-Сити, кстати, вообще нереально уехать. Потому что там буквально
выходит человека по три, человека по три запускают. Все, я отсюда убегаю, потому что очень жарко. Вот табло это. Ох, видно, отсвечивает. Ну, в общем, показано последние четыре. Ну, они, в общем, с интервалом 20 минут ходят. Здесь какой-то еще один есть вход. Странно. А вы не подскажете на новый? А, здесь, наверное, здесь на другой кораблик. Вот на тот, который пришел. Добрыня. На Добрыню. На Добрыню очередь. Вон они проходят на тот кораблик. Счастье. Это уже не Добрыня, это уже счастье. Так, все, убегаю. Потому что очень жарко. Это касса билета. Вот переход, и прям можно побежал. Переход к станции метро Киевска, ну или к Киевскому вокзалу. Интересно, а там нажали на кнопочку. О! Я уже нажал. Еще долго буду стоять тут. Кто без билетов хочет ломать? Вот он стоит. Если бы вас не обмерить, мы с ним будем. По расписанию нам еще про каждого проехать мало. Народ все прибывает и прибывает. Фонтанчика пройти. Ну вот тут, в общем-то, ближе пройти здесь, конечно. Ну вот прям вот он уже Киевский вокзал. Ну и метро. Прям вход Киевского вокзала, вход в метро. Я просто хотела сходить к этому фонтанчику красивому, сфотографироваться. Очень мне понравилось. Классно я провела время, конечно, прокатилась. Там очень красиво, комфортно. Вообще просто супер. Класс. Хорошо. Понравилось мне. Едет он очень не быстро, поэтому можно все посмотреть со всех сторон. И с одной стороны, и с другой стороны. Вот, поэтому мне очень понравилось. Красивый фонтанчик. Киевский вокзал.
вон с конца метро. Буковка М. Вот там, где стоит электробус синенький, вот прям на ним видно буковка М. Так что близко очень. А я хочу сфотографироваться.